Ну так что, у нас идет приготовление полным ходом. Мы делаем индейку. Вот, Сашек жмет. По нашему экваторианскому рецепту. Да, по экваторианскому рецепту. Сашек, он апельсинов жмет. Тут уже, правда, уже все, апельсины мы уже выжили. Дожимаем лимоны. Это не все. Это не все, да, это половина. Даже. Да, треть, я бы сказала. Через соковыжималку, лимончики. Сейчас покажем индеечку. Маленькая. Маленькая, 4 килограмма. Ну да, в Эквадоре была больше. Вот она, мы ее разморозили, потроха вытащили. Вот, мы тут уже в миске нажали сока лепесинового. Вон. Пол-литра апельсинового сока. Теперь нам надо выжать лимоны. А лимона нужно чуть меньше 1 стакана. Ну, 2/3 стакана лимонного сока. Вот. У Саши рука уже занемела, но он все равно улыбается. Да, мелкие у нас мультики смотрят. Потом мы будем колдовать. А, купили вино. Колдовать мы будем. Сурочить будем сейчас. Индейку сурочить. Вино купили. Ну, такое дешевенькое белое вино. Литр. Ну, что-то рублей 150, что ли. Вот пол-литра мы тоже засунем вот в эту мисочку. Давай-ка с тобой сейчас запишем процесс приготовления, потому что бумажка 3 года хранилась, боюсь, она еще год не продержит. Будем потом вспоминать вот поэтому. Ну, напиши, поговори об ее. Да, комментарию. Так, тогда по новой. Нам нужно надавить 0,5 литра апельсинового сока. Так, ну, уверен. Да. 2/3 стакана лимонного сока. Ну что, пока все, да? Попозже продолжим? Да. Ну все, пока все. Вот, красавчик. Одно слово, красавчик. Сегодня на елку ходил, как замечательно все снимал. Ребенок доволен.